Всем привет! Мы вышли гулять на часах 8:20. Да, скажи, мы идем гулять, смотрите, как там красиво. Но. Милана в школу пошла. Пока. Милана ушла уже. Да, а мы идем в магазин покупать продукты, да? А то нам нечего кушать. Да, и колясочка с нами, потому что воду буду брать. Да? С корзиночкой, с мусором совсем вышла. Лужа. Камень там? Камень плавает, да? Что это? Там лужа тоже? А что это? Пена? На улице, кстати, не холодно, но очень многие люди в куртках, не знаю. Даяшка просто в кофточке, в джинсиках. Я вот в платье таком теплом. Ну, пошли в магазин, надо продукты идти покупать, обед готовить, а то голодные останемся. Пена, все, пошли. Людей так много на улице, все, кто в садик, кто в школу, кто на работу вообще. Но. Нет, пошли туда. Пришли мы с магазина, долго не гуляли. Так, купили мы картошку. Паприку, виноград, огурцы, яблоки, молоко, яйца 2 пачки, ягоды Даяна очень любит, груши, курицу, крылышки, это на супчик или просто пожарить, не знаю, еще буду думать. Малину, обязательно должна быть всегда малина, потому что если вдруг какие-то сопли или что, сразу с имбирем, с лимоном, с медом, с малинкой, чаек вообще на ура идет. Так, старший паштет беру вот такой на развес. Хлеб, такие наборы Даяне и тыква. Сейчас хочу, не знаю, с нее что-то сделать. Какая форма, да? Ух, какие формы. Так, сейчас, наверное, хочу попробовать, посмотрим, надо варить, тушить, запекать, не знаю. Короче, сейчас начну делать что-то. Готовка идет полным ходом, и мне тут помогают. Что ты хочешь? На. Чуть-чуть. Я тут уже замесила тесто на блины. Это Даяне обед будет. Картошка и смесь там, где капуста была, все это замороженное. Тут у меня варится картошка, я ее в духовку потом отправлю. Тут у меня варится Даяне мясо, и туда я как раз отправлю вот эти овощи. Смотрите, она в рукавичке. Ты помогаешь маме? Ой, ты помощница моя маленькая. И тут у меня стоит рыба, уже размороженная, отжатая. Я сейчас добавлю... Рыба. Да, биба это рыба у нас. Сейчас добавлю туда аджику, смажу. И поставлю немножко паприки, для, знаете, для аромата. Хотя, может, даже и не буду паприку. Ну, посмотрим. Сейчас картошка до полуготовности сварит. Я ее тоже в форму в другую засыплю вместе с овощами. Что сейчас наготовлю сразу на 2-3 дня и будет супер вообще, да? Мама сможет отдыхать. Сейчас буду жарить, подожди. Бери стульчик и вставай рядом со мной, встань. А то тут низко. Сапоги, перчатки. Вот так это все выглядит. Рыба просто вот с аджикой, без соли, без ничего. И немножко укропом посыпала. Картошка, масло, соль, укроп. И овощи. В принципе, и все. Отправляем в духовку, наверное, на минут 40-50. Смотрите по своей картошке, не знаю, потому что у всех разная толщина. Мне кажется, это будет дольше готовить, зачем это. Я тут уже практически дожариваю блины. Мне еще немножко осталось, как бы. Даяшке супчик тоже уже, можно сказать, готов. Ну вот, это мне обед на 2 дня. Это девчонкам блины на 2 дня, Даяне суп на 2 дня.
А, и Милана же будет еще картошку, наверное. Посмотрим. Или Милана будет просто макароны вечером с мясом. Так что вот так вот. Блин, мне так непривычно с этим цветом волос. Мне так не нравится. Ужасно. Это кошмар прям. Смотрю на себя в зеркало и понимаю, что это не мое. Это не мой цвет. Это мне бесит. Не могу. Посмотрим. Если я успею, если мне еще немножко подкрашу. Я сегодня, кстати, заходила в магазин, смотрела краску и думала, может быть, попробую темный. Уже взяла, все в руках держу. И понимаю, боже, я сейчас столько дела натворю, что мне потом вообще плакать захочется. Так что буду ждать опять, пока отрастут корни. И потом уже пойду в парикмахерскую. И все, не буду мучиться, ни я, ни волосы. Отдадим это дело парикмахеру, правильно? Ладно, будем мы садиться уже понемножку обедать. У нас уже 3. Мы вышли гулять. На улице солнце. Очень тепло. Я пожалела, что я Даяне не одела кофточку. Надо было в маечке идти. Но там у нее внизу нет майки. А я, кстати, в маечке. И мне очень-очень хорошо. Хотя, знаете, из 100 людей, наверное, вот я и кто-то еще один в майке. Все остальные почему-то в куртках. Ну, ладно. Может и правда холодно, не знаю. Пришли на детскую площадку. Смотрите, сколько тут игрушек. Обалдеть. Редко можно такое увидеть. Самолетик там у тебя, да? Да. Надо, наверное, тоже свои ненужные игрушки относить в песочницу, туда будет. Знаете, не жалко хоть. В любом случае, даже если кто-то и заберет домой, то это будут дети. Пускай играют. Машинка, да. Качели там. О, нет, Даяночка, мы сейчас на качельки не пойдем. Давай играйся тут. Качельки ей нужны. Там? Да? Давай, качайся туда-сюда, туда-сюда. Вот так. Давай, качайся. Умничка. Ножками, да, ножками. Вот так. Опа. Только ручки не отпускай. А то у кого-то будет нос весь в земле. Опа. Опа. Ты так не отпускай руки, там гвоздик. Сейчас такой возраст, знаете, она все время спрашивает, а что это, 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 что это, что это, что это, что это, что это, что это. И так миллионы раз в день. Даяна, а что это? Что это? Ты зачем ручки отпустила? То есть одну. Не надо, держись. Давай, качайся ногами туда-сюда. Вот. Вот так, да, молодец. Еще. Сейчас собираю одежду для мусорного ведра, я так понимаю. Тут, смотрите, тут все Даянины кофточки и практически все майки, шорты. Все-все светлое. И вот эти две кофты. Смотрите, тут на днях постирала. Вчера и позавчера. Не знаю, видно, не видно. Видите, такие разводы пятнами идут. На камере не так сильно видно, как в жизни это заметно. Вот. Тут тоже все это. Потом наш любимый желтый свитерок. Тут тоже. И он не отстирывается. Я его уже пыталась на 90 градусов постирать, ничего не получается. Короче, мои майки все светлые, Даянины. Я сейчас ставлю, кстати, видео, как было изначально вообще, пару кофточек.
Короче, у Даяны остается только вот эта маечка, кофточка, которая на ней сейчас, и еще одна, которую вот мы на днях купили. Все, я не знаю, что моему ребенку носить. Катастрофа, да, Даяна? Надо срочно ехать в магазин, покупать одежду, потому что у нее осталась одна майка. Не знаю, надо посмотреть, может быть, в стирке еще что-то лежит. И одна кофта вот эта, и одна кофта вот новая, но она сейчас постиранная. Я не знаю, я, конечно, уже пропустила машинку на 90 градусов с лимонной кислотой, но обидно, очень обидно. Я не планировала покупать сейчас одежду. Да и, в принципе, знаете, она не нужна, она зиму новая была, но... Значит, так надо. Поедем тебе новую одежду покупать? Зачем? Мама испортила нечаянно. Даже не знаю. Не мама, а машинка. Взяла и измазала твою одежду. Придется тебе новую купить. Зачем? Ладно, пойду ее готовить. У меня там курица жарится. Нельзя? Жареным на ужин. Крылышки. Ай, кто обожает крылышки? Я вот, кстати, мясо не ела уже, наверное, уже больше недели. Не знаю, я потом посмотрю, если что, допишу. И один раз я, когда вот в воскресенье была в гостях, съела два кусочка шашлыка куриного. И все на этом. Не ела ни молочку, ни сыры, ни творог, короче, вообще ничего. Но сегодня вечером хочу вот именно крылышки, я их обожаю. Жалко, нет соевого соуса. В соевом соусе вообще прям они огонь. Прям пальчики сидишь и облизываешь вообще. Так что сейчас старшая придет, ее еще, кстати, нет почему-то. Сейчас буду ей звонить. Какая красота, да? Сейчас только без 5:07. Светло на улице, но видите, вот так вот. Но там, когда наводишь камеру на солнце, вообще красота. Будем на сегодня с вами прощаться. Спасибо всем, кто был с нами. Вас за сегодняшний день столько много прибавилось. Если я не ошибаюсь, это больше 150 человек. Я в шоке. Всем большое-большое спасибо. И всем до завтра. Пока-пока.